ты прям, я не знаю, как чё, да. О, круто. Ну, а также, да. Не только мне они снятся наяву. Началась очень длинная неделя. Конечно. Лучше снятся, наверное. Да. Так вот, если вам снится, что вы печете блины, значит, вам придется проявить повышенную бережливость и экономность. Ага. Продумал, ну, дорогие, средничок. Деньги экономьте. Если они пригорели, это к успеху и веселью. О, почему-то. Тоже надо. Если наяву, то это плохо, да, а если во сне, то это замечательно. Первый блин комом, да. Круто. Жарить блины с начинкой, так называемые налистники, это значит потерпеть убыток. А если вот едите вы эти самые налистники, горе обойдет вас стороной. Надо запихиваться этими налистниками. Ну, а если вы едите обычные круглые блины без начинки, без ничего, это к приобретению новых приятелей. Отлично. В общем, все замечательно, кроме чего там. Вот пусть они